Уважаемые сотрудники сервиса Авито, пишу к вам видеообращение, выкладываю его на Ютубе и на прочих площадках, потому что обращение через службу поддержки, через чат вы один хер не считаете, игнорируете, а так вы несколько раз уже как бы реагировали на мои видеозаписи и даже что-то меняли у себя в работе. Спасибо вам хотя бы за это. Так вот, сегодня я хочу сказать вам, что на всех нормальных площадках, помимо рейтинга Продавцов существует еще рейтинг покупателей. И очень бы, очень бы хотелось, чтобы что-то примерно то же самое у нас появилось и на Авито. Может быть даже без оценки, да, без звездочек, чисто текст. Сейчас объясню, для чего это важно. На Авито есть следующие персонажи. Первое. Мошенники. У них... Учетная запись может быть вообще пустая, они ничего не продают, все, что они делают, это они связываются с тобой, потом пытаются перейти с тобой там, на электронную почту или на WhatsApp, да, и дальше начинают морочить тебе голову, что якобы они тебе все оплатили, присылают тебе якобы какие-то квитанции. Вот, при этом на э, самом сайте Авито э, заказ не проводится. Да? Как я оставлю отзыв? этому человеку, если он ничего не продает. Да? Если вы до сих пор не придумали, как оставлять отзыв не на объявление человека, да? а вообще на его учетную запись. Вот. Ну нет у учетной записи ни одного объявления. Как мне оставить отзыв о том, что он мошенник? Все жалобы вам в половине случаев, если не больше, тоже уходят в молоко, потому что вам насрать. Вам надо либо, чтобы полиция к вам пришла, да, либо еще что-нибудь. Если я вам просто напишу и скажу, вот этот вот человек просит перейти со мной в чат и дальше пытается совершить со мной мошеннические деяния да? а, как бы, я готов вам даже переписку предоставить но вы сами не хотите читать переписки да, потому что это как бы разглашение личных сведений вот. то есть этот момент не проработан от слова вообще дальше кроме мошенников есть просто идиоты да? вот просто раздолбая страшные да человек написал Поторговался немножечко, там я не знаю, что еще, позадавал десять тысяч полезных и бесполезных вопросов, договорился о том, где и как мы с ним встретимся. В нужное время не приехал, передоговорился на другой раз, снова не приехал. Когда на третий раз э, еще и опоздал, потом еще и оставил плохой отзыв. Да? Нахрена мне вот такой кретин, который сам не может приехать вовремя, да, и сделать все как надо. Но я ведь тоже я не могу о нем ничего написать. Да? Потому что у него, ну, у вас не предусмотрено, чтобы я мог оставить о нем как о покупателе какую-то оценку или какой-то отзыв. Дальше. Перекупщик. Допустим, выставляю я там объектив фотоаппарата за 10 тысяч. Сегодня мне он будет писать со словами «продай за 5, потому что это говно дороже не стоит», вымотает всю душу, когда я скажу «ну ты читал, что у меня торга нет, ты читал, что мне неудобно, ты читал, что у меня только самовывоз, я не буду тебе почту отправлять за 5 тысяч». Вот, сразу начинается вот этот вот, блин, тягомотина, за которую я таких скользких людей ненавижу. А за 6,5. А на следующей неделе отправите. И, блин, либо ты его сразу посылаешь в бан, либо, как бы, продолжаешь терпеть вот это вот говно. Вот. Причем, если ты вдруг пойдешь ему на уступки и продашь объектив сегодня и за 5, он его завтра выставит за 15. Да? Заходишь у него на страничку, у него рейтинг продавца прекрасный, все пятерки. Я вполне, вполне себе допускаю, что человек, который. Э является перекупщиком, что он как продавец может быть божий одуванчик. Прекрасный человек. Все расскажет, все объяснит, но как покупатель он последний мудак, блин. Вот, поэтому мне нужно иметь возможность, чтобы там вот была графа отзывы о человеке как о покупателе. И если я открываю, а там 50 пунктов о том, почему с ним не стоит иметь дело, что он Торгуется как последняя сучка, что он игнорирует все ваши просьбы, что он не приезжает на назначенные встречи или опаздывает на два часа, что он не берет в нужный момент трубку. Вот, он мне пишет первый раз, и его хоп сразу в черный список и больше с ним дела не имею. Пусть другому кому-нибудь пишет. Пожалуйста, добавьте эту возможность, это будет очень полезно всем.